Хей, йога, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Far Cry 4. Так, на чем мы там остановились? Я сюда тэпнулся, потому что я думал, блин, давайте сделаем так, я буду у гоночки выполнять. И будем так идти просто там. И так та-та-та-та-та-там. И как раз... Или как-то по-другому хотел. Ну, короче, в итоге мы вернемся в одну из этих точек, где нужно будет выполнить что-то. Поэтому идем сюда и выполняем сраную гонку. Осталось выход найти отсюда. А, точно, я еще кое-что посмотрел. Я думаю, блин, а чего мне еще не хватает? Оказывается, здесь, в этой точке, только ночью можно найти ползучую тварь. Я не знаю, давайте я попробую. Чего-то у меня такое сомнение, конечно, насчет этого. Ну, по идее, было на пустыне нарисовано. Там, короче, фигня в чем? Там есть колодец. Да не колодец, короче, ящерка. Нужно убить сраную ящерку. А, хотя вот так можно, кстати, смотреть было, чтобы узнать, где на карте. А, кстати, да, вот. Пометка. Я что-то тупанул. Я даже не заметил, что здесь есть цифры. А если я тэпнуть, я, скорее всего, днем, да, появлюсь? Айда, проверим. Айда, проверим. Если будет утро, то... Ладно, не повезло. Просто я не... Мы же можем отдохнуть на кровати и дождаться ночи. Точно. Как я сразу до этого не догадался. Просто... Я не знаю, я бы навряд ли... Я знал, что ты вернёшься. Я бы навряд ли вообще встретил ящерку, мне Я кажется. знал это! Ну давайте я попытаюсь максимально быстро это сделать. С вами Раби Райрана, и я хочу обратиться к Бейгану Мина. Воу-воу. Ну, каково знать, что ты что меня заносит? И я говорю это не потому, что веду эфиры из тайного бункера, в котором ты не можешь меня найти. Я говорю это, потому что все это понимают. Знают, что мы придем за тобой, и ты проиграешь. И ладно, если что, я там сразу тогда задание возьму с машинкой. И скоро тебе придется платить по счетам, что не дождусь твоего пятка. Время настало. Нет, рассвет. Рассвет, день уже. Я не успел. Я не успел, зараза. Куда все мои пули подевались? А, жопа. Я уже просрал. И там, главное, нигде нету, чтобы отдохнуть можно было. Я мог как бы на паузу поставить и просто подождать, пока снова произойдет ночь. И я еще, кстати, посмотрел насчет вот той последней локацию, которую мы не можем с вами взять. Оказывается, это баг. Это, оказывается, игровой баг. И сама точка это находится активация, да, чтобы мне типа пометило, как будто я нашел это. В жопе находится. Так, ну по сути это место было изображено.
Ладно, если что, возьму задание. Ну да, типа вы здесь, и по идее здесь было изображено. Но из-за того, что сейчас день, я не думаю, что здесь будет. Мне нужна чертова ящерка. Мне нужна чертовая ящерка. Аджай слушает, могу помочь. Супер. Мы отправляем еду голодающей деревне, но она может испортиться. Нужно спешить. Без проблем. Высылаю координаты. Осторожнее, на дорогах опасно. Блин, я на видео смотрю, она там графика почему-то побитая. Ну, мне плевать, мне все нормально. А как там у вас как-то похуй? Стартуем. Ёбаные ящерки, где они пропадают? Тебе отлить надо, да? Давай побыстрей. Найс. У кого фул амундирование? У меня. Так, Амкари была беременна? Я думала, она просто жирная. Она меткий стрелок. Могла сбить муху с задницы яка за 100 метров. Если вариант, то будем пулемет использовать. Транспорт слева! Так, пока я еще далеко не уехал, сколько у меня этих хилок? 20 хилок, нормально. И 8 еще здесь. 28 хилок. Противник сзади. Где? Не отвлекайся, едь. Впереди вражеский транспорт. Молодец. Кто молодец? Я молодец. Надо бы деревню грабануть. Еда кончается. Где чертовы
курьерские машинки. Они хотят побежать. Я вижу. Блять. Так, ладно. Не повезло, так не повезло. Пойдем на гонки. Отправляемся на гонки. Гонки. Отправляемся на гонки. Гонки. Нужно будет только сейчас еще отхилиться. Давайте сделаем так. Когда мы уже все это сделаем, все побочки, я полечу там, где я хочу остановиться, да, последний, где будет наша точка нахождения. Там я посплю на кровати, просто промотаю время до ночи примерно. И отправимся искать этих ящерок. Потому что биография, она нужна. А чтобы найти биографию, надо найти ящерку. На остальных я не знаю, где там. Ну, неизвестное место, окей, одно у нас наверху там где-то. А девчонка, кстати, я вот про это... Нет, подожди, походу мне она не добавилась. Прошлой серии. Не, а она у нас уже была. А ну подожди, а может у меня была ящерка? Она сейчас я гляну. Просто ешь мелких животных. Медведь. Птица. Нет, ящерицы, кстати, у меня еще не было. Значит, нужна ящерица. Опа. Опа. Новое оружие разблокировано. А, ну так добавляется. Так у меня еще не все с пистолетами. Так, D50. Известен как самый популярный пистолет в Голливуде. У этого пистолета невероятно убойная сила и в противовес очень низкая скорострельность. Но это типа дигл. Это ведь дигл, нет? Какие-то покраски в натуре здесь все такие однообразные. Так, А99, ну это ТЭК. Это полностью автоматический пистолет-пулемет, попав в множество стран под запретом из-за простоты использования и большой убойной силы. Окей. А мне не хватит. Окей. Уникальные. У меня был гарпун уникальный. Ну ладно. Или пусть эта херня мне стоит. Бамбуха. Нет, мне нужен все равно по оружию автомат мой уникальный. То, что он хотя бы тихий. Хотя мы сейчас же не по миссиям скотчем. Ну, один фиг пусть будет.
Какая разница? Зачем удерживать надо? Я вот это вот не понимаю. Удерживать, удерживать, удерживать. Для чего мне удерживать? Удерживай. Который бросила гвардия. А вот шпалы для железной дороги, например. Гонечки. После этой гонки в комментах расскажут, что ты лучший, самый быстрый человек на Земле. Ну или придется повторить. Найс. Хорошее начало гонки. Вот это самое дерьмовое, знаете, вы делаете гонку, делаете так, чтобы не было загрузок. Ну какая это уже загрузка? Четвертая загрузка за гонку. Вот сейчас меня может легко занести. О, найс. Слон именно появился из ниоткуда. Ну, так нифига себе, я еще и на золото выполнил. У кого золото, у меня золото. Кто молодец? Я молодец. Кто молодец? Я. Так, дальше у нас следующий городок с двумя... С одной с охотой. И одна помощь от животных. Снова же у нас с вами нет... О, тогда давайте я еще этот возьму. Арбалет. Мне же и без разницы, чем я буду там. Арбалет, либо лук. Потому что это и то считается, как и для охоты. По мне здесь слишком в натуре вот как-то не сбалансировано. Я понимаю, что типа сделали так, что... не было бы сложно для обычных игроков. В плане... Те, которые ничего не собирают, просто идут по сюжету. Но, блин, вы видите, мы закончили с вами, считайте, первый полуостров. Да, ну, типа... Как? Ну, короче, первую часть карты. У нас уже почти все прокачано. Ну, типа, камон. Вы серьезно? Типа, у меня сейчас опыт весь впустую, за миссии, за все, что я выполняю. Карма тоже, допустим. Я еще даже карту половину не закончил, а у меня уже карма. Все, максимальный уровень. Настроить уникальное оружие. Гарпун. Давай вместо снайперки. По сути, тоже тихое оружие. А-а-а. Подожди, это именно гарпун-гарпун. Так, будьте для жителей деревни мясо на хуров. Использовать лук или арбалет. У меня арбалет. Арбалет где-то там.
Подожди. Купить, продать, настроить оружие. Уникальное. Гарпун. Однозарядное пневматическое гарпунное оружие. Очень непрочное оружие, тем не менее, исправно доставляет удобство владельцу. Так, как я понимаю, такого оружия у нас уникального нету, да? Только гарпун есть. Тогда идем в обычное оружие. Блин, подожди, а тут же было где-то, я помню. Или нету? Ля, серьезно? Или это в пистолетах? Ого, вот арбалет. Да. У меня есть арбалет? Мне все равно. Взял, пошел, расстрелял, все, да и все. Все, да и все. Я поохочусь на них. Не подскажешь, куда ушли ваши воришки? Ну вот, бам-бам-бам. Хорошо, хорошо. Так. Ладно, плевать, потом словлю. Быстрее, зараза. Ну ничего. Не, слушайте, арбалет на самом деле штука шикарная. Только, конечно, пока долетит, враг может позицию сменить. Ну это уж такое дело, дело немножко другое. Плюс я, видите, еще и возвращаю себе этот стрелу. Хм, можешь его с собой подносить? А вот против таких кисек у меня есть другое огнестрельное оружие. В таких кисек у меня есть другое огнестрельное. Сколько вас мана здесь? Изи. То пусть тогда остается, думаю. Ну, типа, место снайперки. Вот видите, мне нужно как раз было на охоту, там как раз арбалет. Подожди, я могу, блин, вместо пистолета, я могу, если я смогу поставить вместо пистолета, пусть стоят вместо пистолета. Для меня это будет наоборот идеально. Но он, по сути, считается как пистолет, поэтому... О, отлично. Я могу вместо пистолета поставить.
Отличненько. Считайте, у меня идеальный билд. Против всех врагов у меня вот этот автоматик. Против на охоту дичь арбалет. Что потом у меня? Снайперка на дальние атаки. Помогите Анжелу, убейте всех змей в округе. Помогите, пожалуйста. Мои братья мертвы. Потом этот, если мне нужно, допустим, зачистить, ну, на дальнее расстояние, то снайперка плюс. Если надо начать просто идти по-тихому, там, спасти заложников, да, либо вообще что-то сделать по-тихому, пока меня еще не заметили, то используем это. А это уже используем, когда меня уже заметили. Типа, по мне идеально. Плохо, конечно, что ящерки где-то по ночам только появляются. Пойди в пещерах, там было еще сказано. Местонахождение. Ну, блин, с другой стороны, фиг его знаешь. Ну? Это он то гадюка. А, не понял, а чё я пистолет взять не могу? В смысле, у меня пусто? Ладно, базару. Монеты не страшные. Я бы просто сейчас... Я бы их просто сейчас с арбалета пострелял, да и все. И типа проблема была бы нулевая. Ну где-то здесь... Блять, сука, ёбаная змея. Она что, у меня ядовитая какая-то была? Не прячется ж, говнюки? Ладно. Ух ты, блядь. Так, идем далее. Просто арбалета, блин, бы просто выстрелил, подбежал, забрал и все. Монать змей. Главное, что змей еще не это. Не помечаете никак, кажись. А это плеховато. О нет, я должен сейчас... Я так и понял. Сейчас будет самое прикольное...
Да, это самоохуительное. Ну, спрыгивайте ко мне, если вы так хотите. Все, погнали. Где у нас там сюжетка? Вот здесь. В принципе, как раз мне нужно выбраться отсюда. Просто... зашибись. Ладно, без пистолета поиграю пока что. Выполню. Сходим. Ой, давай. 50%, что здесь сейчас будут враги. Золотой путь. Найс, молодцы. Так держать. Туда их. Поросята. Я специально арбалет... Вы видели сами, арбалет заместил... заменился на то, что я поставил. Но все равно почему-то как-то странно заработало. Так, ладненько, как вы понимаете, перед заданием я... топлюсь и идем. Это я делал для того, чтобы видео там не полетело. Со звуком было все нормально. Ну, хотя бы со звуком. Так, мудрый спец Ганамина номер 6. Лучше умереть, выполняя королевскую волю. Умереть на службе, когда... либо кроме своего монарха. Значит, покрыть себе позором короля Пейганмин. Да, озарит вас свет Пейганом. Хадра. Привет. Или лучше Тарун Матара? Бхадра подойдет. Пока что. В чем дело? Обладать храмом Джаленду значит возглавить Золотой Путь. На кону будущее Кирата. Сабал и Амита борются за меня. А ты сам видел их в бою. Амита хочет уничтожить храм. Говорит, это освободит женщин Кирата. И избавит нас от ненужных традиций, вроде Тарун Матары. Но ведь Тарун Матара — это хорошо. Так думает Сабал. Если храм достанется ему, он завершит церемонию, и я стану Тарун Матарой. Он говорит, что только в традициях мы обретем силу. А ты чего хочешь? Освободить Кират. Но я не могу выбирать. А Амита и Сабал не договорятся. Выбор за тобой. Золотой Путь прислушается к твоим словам. Но ты должен понять, тот, кого ты поддержишь, станет бесспорным лидером Золотого Пути. А после падения Пейгана, правителем всего Кирата. Ясно. Я знаю, что делать. Спасибо. Ну слушайте, традиция не традиция, но блин, я девчонку не хочу, чтобы она всю жизнь в мучениях была. Типа на нее весь будет груз ответственности, любые поступки или решения, это будут за, ну, ее вина. Сможет ли она свободно гулять, как другие дети? Думаю, нет. Поэтому... Амита. Ну, Амите поможем. Взорвем
Хотя она такая просто злая, блядь, на меня. Мхадра сказала, что ты хочешь уничтожить храм. Не просто уничтожить храм. Скорее, объяснить всем, что происходит. В Кирате наступил рассвет. Мы отбросили цепи прошлого. Бестарун Матары. Сабал предстанет в своем истинном обличии, обычным глупцом, сидящим на руинах. Хватай все ценное, потом продадим. Но что касается храма, ты должен уничтожить его. Тебе понятно? Я передумал, она... Нет. Фемки, ёбаные фемки, идут они нахрен. Я помогу тогда Сабалу. Чувак, нормальный. Сабал. Амита собирается сжечь храм Джаленду. Безбожная тварь! А зачем он стучит? Или он не стучит, мало или так? Мало Пейгана, еще и Амита помогает ему в его грязном деле. Хватит с меня. Не передать, как Джаленду важен для Кирата и для Махана. Он бы тобой гордился. Защитим храм. Очистим Хадру. Объединим народ в свете Киры. Ну слушайте, если так подумать, у них существа существуют. Балантин, Сабал хочет захватить храм Джалунга и провозгласить... Джахнул новые Тарун Матады. Да. Я не против. Это где находится? О, на острове. Найс. Как я понимаю, точек здесь О. Так, торговец. Я надеюсь, что я у тебя смогу вещи поменять. Скажи, пожалуйста, что я могу у тебя вещь поменять. Купить, настроить. Найс, все. Пистолеты. Я не понимаю, что оно виснет теперь. Я когда захожу, оно теперь прогружает и зависает при этом. Так, подожди, так, у меня снайперка уже была. Ну да. В принципе, все. С тобой приятно иметь дело. Так, ну кто молодец, я молодец. Сейчас попытаемся туда доплыть. Только хпшку нужно, наверное, отхилить, нет? А, плевать. О, а вот наша лодочка. А вот и хилочка. Бум-бум-бум. А так это уже начинается территория. Аджай, это Сабал. Сьюма и Пейган годами грабили. Пираты свозили ценности в Джаленду. Меня заметили. Они должны достаться врагу, поэтому сперва спасть от лодок. Никто не должен бежать. К тому же они заминировали храм. Бреднины. Незаметно, иначе они включены. Аджай! Тебя засекли! Детонаторы активированы! Я думаю, а если, допустим, я выбрал бы ее сторону, то мне нужно было бы просто было втихаря взорвать и не дать обезвредить? Или же они тоже бы хотели взорвать здание? Если бы они тоже хотели взорвать здание, то от меня только нужно было просто 4 минуты подождать. Или просто свалить оттуда на 4 минуты. О, найс. Я в плюсе. Thank you.
Тихо. Не рискуем. Блин, я даже не знаю, как мне по-тихому только залезть, чтобы... Этот чел меня не заметил. Я могу, конечно, просто... А, тут еще один. Надо, чтобы я сейчас ни в какую ловушку не попал. Даем. А где этот? Подожди. Я эту сигналку не вижу. А. Нет, не она. Эту я взорвал. Найс, бага. Баги. Вот именно для этого мне нужно автомат. А, подожди, возможно, тут подземный проход есть. А-а-а. Но если начинать на обезвреживание играть, то лучше снизу. Готовым.
Молодцы, тут грали расхищают. Так, я не хочу, чтобы он как бы и запустил взрывчатку, и мне нужно понимать, где... А, ну ладно. Савал, все готово. Савал, готово. Отлично. Но у меня плохие новости. Разведчики говорят, что к тебе направляется вражеский отряд. Они хотят отбить храм, так что будь готов к бою. Солдаты подходят с запада. Это где? А. Ну, они ж не просто не заспавнятся. Они вот как раз на лодке просто приедут. Не зря нас обучали. Прекратить и воздерживаться. Шаленду спасен, Сабал. Хвала Кире. Я думал, Амита успеет раньше. Как глупо. Хотела помешать Бхадре исполнить волю богов. Стала между богами и народом. Пагубное высокомерие. О, дособ новое задание. Неплохо. Ну, сейчас травки насобираем. И буду заканчивать. Да, эта миссия, кстати, долговатая. Ну зато смотри, здесь почти все виды растений есть. О, нифига, там спуск есть. Давайте я туда спущусь еще напоследок, посмотрим, что там.
Ай, ладно. Зря, конечно, использовал, но бог с ним. Что же тут в колодце? А, это как один из вариантов. Сюда было попасть. Выход на... Это выход сюда. Ну, ладно. Зато пульки насобирал. Так, ладно, следующий у нас будет цель. А, хотя мне сюда нужно будет выполнить. Так, тык-тык-тык-тык. Потому я сюда тэпаюсь. И мы заканчиваем. Поэтому, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Всем пока.